На заседании комиссии по предупреждению ликвидации ЧС, а также обеспечению пожарной безопасности в городском округе Химки были подняты несколько важных вопросов. Один из них – наружное водоснабжение. Это состояние гидрантов и их обслуживание. На конец октября на территории округа было у нас проверено 867 пожарных гидрантов. Из них после 7 проверки этого года 52 пожарных гидранта имели неисправность капитального характера и 26 пожарных гидрантов имели неисправности эксплуатирующий характер. Помимо того, что необходимо содержать гидранты в исправном состоянии, не менее важно обеспечить к ним доступ, так как некоторые из них расположены на улице, нередко зимой они бывают засыпаны снегом. Также на заседании отметили, что в некоторых высотных домах не обеспечен расход воды на одновременную работу внутреннего пожарного водопровода, в результате чего необходимый напор отсутствует. Необходимо для пожарных подразделений не протягивать линию на 17 этаж, опять же, это все время, там, каждая минута в этом случае дорога. А получается, что пожарный поднялся к очагу возгорания, открывает пожарный кран, а там нет воды. Отчитались и о состоянии мест для забора воды пожарной техникой. Всего в Химках их 37, 26 прудов и 11 мест у реки. На сегодняшний день все они очищены и пригодны для эксплуатации. В последние годы проводится очень большая работа по техническому обслуживанию мест забора воды и пожарных водоемов. У нас в 2017 году были выделены деньги администрации, значит, и в этом году тоже выделены деньги в достаточном количестве для очистки наших пожарных водоемов. В конце спасатели подвели итоги прохождения купального сезона и наметили план на работу в осенне-зимний период. Заострили внимание на важности профилактики и пропаганде безопасного поведения у водоемов.